Птица счастья. Обожаю пикники, бутерброды, чай. Я с мятой заварила. Мой любимый. Ой, да это ж наша Муся выступает. Ах, прекрасно. Как она красиво играет. Шарман. Поздравляю, Муся! У тебя почетное второе место! Ура! Муся, ты прекрасно играла! Я так мечтала о первом месте! Столько репетировала! И все зря! Хорошо ты, самая Муся, по струнам до глубины души! Можно вас на минуточку? Конечно. А что на сцене надо переставить к завтрашнему концерту? Муся, Муся! Поздравляем тебя! Обнимушки! С чем поздравлять? У меня же второе место. Так второе место — это почти как первое, рядышком. Да, и платье у тебя очень красивое. Не утешайте меня, мне и так грустно. Муся, а пойдем с нами на пикник? Что-то настроение веселиться нет совсем. Веселиться? Мы не собирались веселиться. Точно! А давайте вместе грустить. Муся, иди, я скоро. Только на сцене помогу. Не волнуйтесь, я прослежу, чтобы пикник был по-настоящему грустно. Ага. Сейчас мы найдем самое грустное место для пикника. Как тебе это? Довольно веселое. Тут цветы растут. Растут. Может, около скамейки? О, не то. Слишком солнечно. А если вот тут? Тоже не подходит. Отсюда колесо обозрения видно. Видно. Вот, прошло. Идеально. Это не шарман. Сойдет. Угощайся. Как-то нет настроения. Так у нас не обычные, а грустные бутерброды. Ух ты, я никогда таких не ела. Вкусные. А я, пожалуй, свяжу печальный шарф. А давайте во что-нибудь поиграем. Во что-то грустное. А разве такие бывают? Грустный мяч. Если слышишь что-то веселое, лови мяч. А если унылое, отбивай. Му-му-му, начинай скорее игру. Дождик целый день. Люблю дождик. После него здорово по лужам прыгать. Проспал школу. Значит, выспался. Упал в грязь. Значит, можно не бояться испачкаться. Сложно найти что-то печальное. Разве что мое второе место на конкурсе. Эй! Ворона только что всю бутербродную грусть унесла. Эх, вот бы и мое плохое настроение могло так взять и улететь. А давайте мы сделаем птицу, которая унесет всю твою печаль, Муся. Когда б не загрустила я, зимой, осенью, весной, прогонят грусть мои друзья. Мои друзья всегда со мной. Птица счастья, где она? В каких краях живет? Там, где бесконечная весна и лес цветет. Собери своих друзей и поделись мечтой. Вместе отправляйтесь вслед за ней, за птицей той. Улетай! Улетай в нашу грусть.
Начинай, Муся. Птица ждет твою грусть. Ой, а пока с вами тут была, вся грусть куда-то подевалась. А вот и печальный шарф готов. Что-то он совсем не печальный. Да. Когда занят интересным делом, то для плохого настроения места и не остается. А давайте запустим птицу грусти в небо, чтобы всем, кто ее увидел, стало радостно. Только тогда это уже будет птица счастья. Ура! Что это? Мяу! И ты тоже нажми. Черное копытце. Ой. Опа. Да. О. О. Ого. Интересная книжка. Да. Это страшная история про черное копытце. Оно появляется и забирает того, кто к нему прикоснется. Не-а, такого не бывает. Не бывает, хрю. Точно не бывает. Так. И вот так. Это мы еще посмотрим. Случайно испачкался. Что-то мне расхотелось играть. Уже наигрались? Молодцы. Давайте огород поливать. Ой. Опять копытце. Мамочки! Что такое, Бо? Пить хочу. Кто сказал пить? Брусничный морс готов. Ура! Тара, ой. Ребята! Черная копытца! Где? Быть храбрыми и всем вместе спрятаться! Черная копытца точно не найдет. Может, это зов? Это черная копытца! Всегда, всегда мойте копыта перед едой.
Зо! Так это была ты! Знаешь, как я испугался! Ну, вы в страшилки не верили. Вот я и решила их показать. Но, кажется, перестаралась. Простите, пожалуйста. Все-таки здорово, что это была ты, а не настоящая черная копытца. Зо, твои следы? Не мои. Представляете, в лужу наступил и сразу не заметил. И сейчас подотру. Конечно, страхи страшные и не боишься, но они легко стираются, как черное пятно. Если кто-то страшный к нам пришел и наследил, бери ведерко с веником и смело выходи. В черной-черной комнате не видно ни души. Бояться или прятаться от страхов не спеши. Отважно и решительно ты в комнату входи. Стоп, не так внушительно и страхи победи. О, представляешь, великие путешественники целый год по морю плыли. А ели, наверное, одну морскую капусту. О! Спасибо, Зо. Я в молодости тоже много путешествовала в поисках штруделей. А что это? Это просто шарман, манифик, требьен. Мы немедленно идем в то самое кафе, где подают штрудели. Туда. Штрудель – это яблочный восторг, рулетик счастья. Это сказка в сахарной пудре. Это... Ой! Кажется, мы тут уже были. Минуточку. Я вспомнила. Нам туда. А дальше куда? О, кафе со штруделями можно найти хоть за километр по их чудесному запаху. Нет. Штруделями тут и не пахнет. Так-так. Великие путешественники, когда не знают, куда идти, смотрят в карту. О, ну конечно, Бо! Бо, помоги. Ух ты! Настоящая карта! Вот это да! Ага, тут у нас поворот, потом сквер и памятник. Вуаля! Полюбуйтесь, вот и памятник. Что-то не похож. Неважно. За памятником будет переулок, а там кафе и... штрудели! Раз-два, раз-два, раз-два. Еще немного, и вот мы уже пришли. Может, мы поворот пропустили? Так, направо, налево, сквер, памятник, море. Море? Ой, это же карта курорта, куда я ездила отдыхать прошлым летом. Не вешать нос. Кроме карты, есть тысяча способов найти дорогу. Кукуруза, горячая, вкусная кукуруза. Например, спросить местного жителя. Извините, месье, вы не подскажете?
шагов 100, и вы на месте. Вот теперь все понятно. О, дети, давайте проверим вашу память. Куда нужно повернуть от кинотеатра? Направо, на бульвар трех поросят. Правильно, Зо. Потом по набережной кота в сапогах. За мостом русалочки свернуть на площадь Красной Шапочки. А за ней будет кафе. Ура! Ура! Добро пожаловать, гости дорогие. Здравствуйте, нам, пожалуйста, штрудели. К сожалению, мы не печем штрудели. Это блинная. Блинная? Позвольте, но это же совсем не то кафе. Ой, простите меня, дети. Кажется, мы зря сюда шли. И ничего не зря. Мы здорово погуляли и очень проголодались. Возьмите блины с яблочным припеком. Это наше фирменное блюдо. А знаешь, Зо, да это же выглядит как штрудель. И на вкус как штрудель. Умопомрачительно. Приходите еще. Спасибо, дорогие, что помогли найти это чудесное кафе. Мы же сюда еще придем? Конечно. Ура! Жаль, от дома далековато. Ой. Мум? То есть мам? Привет, ребята. А как вы тут оказались? Мы идем с работы домой. А давайте в следующий раз опять длинной дорогой в кафе пойдем. Но короткой ведь быстрее. А длинной интереснее. Шахма. Старый год, не уходи. Вот еще синенькая, держи. Ага. Так. О. Ну как? А? Полный восторг. Умопомрачительно. О, живописно. Сынок, веревка. Ой, там же соус на плите. Так, а где гирлянда? Ой, она же на чердаке. Забыла принести. Зо, сбегай, пожалуйста. Я мигом. Преподнесет вам сюрпризы. Готово! О, красота! О, гирлянда! Куда там пропала Зо? Сейчас найду! Зо, что с тобой? Помощь нужна? Не помешает. Вот, смотри, мой список дел на этот год. Я его на прошлых каникулах написала и ничегошеньки не сделала. Ой, не научилась ходить на руках. Не построила снежный лабиринт. Нет! И не села на шпагат. А, хотя ладно, шпагат вычеркиваем. И осталось 299 дел. А что ж теперь делать? Вот именно! Как мне встречать Новый год, когда я в старом ничего не успела? Точно! Старый год надо задержать! А как? Все стрелки часов придерживают на выбор. Только родителям ни слова. Нечего их беспокоить по пустякам. Вот, принес. Загляденье. Чем так вкусно пахнет с кухни? Сейчас проверим. А может и попробуем. Так. О!
ты задержал немного. Для надежности. Так. Готово! Еще задерживай, Бо, не успеваю. О! Все, а теперь? Так, вязать вроде научилась. Что там следующее? Еще немного, Бо. Ну, пожалуйста. Бо, милый, где ты все время пропадаешь? И где Зо? Зо? Зо! Сейчас поищу. Бо, не расскажешь, что случилось? И что происходит с нашими часами? А мы уж тебя потеряли, Зо. Думали, где ты все пропадаешь, вместо того, чтобы к Новому году готовиться. Простите, я ведь и сама не помогла, и Бо загоняла. Зря я затеяла это все со списком. Подумаешь, не успела. Бо, а эти часы ты не перевел? А? До Нового года еще есть время. Успеем с твоим списком, Зо. А как же идеальный Новый год? С близкими рядом любой праздник станет идеальным. Какой там следующий пункт, Зо? За окном белым бело, время волшебства пришло. Это песенка для них, родных моих. Снова нас подарки ждут. Осени. О, на сером небе вижу я. Серый. То проблески, то стаи птиц. Серый. Ой, привет. Идем с нами играть. Птиц говорил. Да так, стихи. У меня поэтичное настроение. А вы в этих куртках такие яркие, как листья. Точно! Давайте играть, как будто мы листья, и шуршать. Ура! Я лист на дереве повис. А я ветер. О, улетел. Серый, ты чего сел? Бегать же интересней. Я хочу посидеть, полюбоваться осенью. Сидеть и любоваться? Да это же скукота! Опа! Ветер сорвал нас с родного дерева. Я как раз за листьями. Ветер, спаси! Ветер усиливается. А,
теперь я туча дождевая. Туча в кучу. На! Получай! Серый, ну чем ты тут любовался? Любовался я яркими красками, очарован осенними сказками. И хочу кое-что сотворить. А для этого мне нужны красивые листья. Да вот же мы, красивые листья. Сколько угодно. Все, все, хватит. Ой, красиво. Ягоды рябины, осени рубины. Сокровище. Точно, устроим соревнование. Кто больше соберет осенних сокровищ по всему саду. Серый, будешь с нами? Забыв про веселые игры, я творчество радость постигну. Ладно, постигай. Сокровища складывать сюда. А ты, Серый, смотри, чтоб ничего не перепуталось. Угу. Осенний лес зовет гулять, и мы к нему спешим. Скорей сокровища собрать и повидаться с ним. Собрать рябины урожай и шишек два ведра. Пусть лето нам немного жаль, но осень так щедра. Разноцветный наш лес снова полон чудес. А я люблю сидеть в саду и осень наблюдать. Гулять я с вами не пойду, я буду стих писать. В небесах стаи птиц, облака без границ. О, моих больше. Нет моих. Сейчас посчитаем. Серый, мы так старались. А ты с нами не играл и наши сокровища смешал. Как понять, кто теперь победил? Ой. Еще этот дождь. Пойдемте в укрытие. Здесь нет проигравших. Осень щедра. Награды для всех сотворила она. Осенних подарков хватит на всех. Общая радость, общий успех. Серый, спасибо. Ура! Хрю! Зо, королева осени. А я дух осеннего леса. Хрю! Угощайтесь, мои дорогие. Подарок хозяйке сада. Вот это сюрприз. Благодарю. Как вкусно пахнет осень. Мокрыми желудями, листвой и грибами, уютными вечерами. Теперь я понимаю тебя, Серый. Я раньше не замечала, что у осени такие краски и запах, и вкус. Орден от королевы осени поэту Серому. Ура! Тайный сюрприз. Та-да! Муся, поздравляю с днем рождения! Так, этот... Тук-тук! Анджел, ты скоро с подарком закончишь? А то нам уже на день рождения пора идти. Так, вот так, 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 так. Ой, Снежана, еще не готова! Какая красотища! Букет получится просто ах! Вот-вот, когда Муся получит мой сюрприз, она тоже должна сказать ах! Поэтому нельзя, чтобы она узнала о нем раньше времени. Это большая тайна. Ага, я поняла. Никому не скажу. Рот на замок. Анжела, Снежана, готовы идти? Я пойду. А у Анжелы еще дела. Подходите попозже с папой. Привет.
Привет, Снежана! А где Анжела? Анжела еще дома. Готовит подарок для Муси. Он прям такой растакой. Великолепный. Ого, а что это, если не секрет? А вот и секрет. Ой, ну пожалуйста, скажи, что за подарок? Мы никому не скажем. Не-а, рот на замке. Ха, а может ты просто сама не знаешь, что за подарок? А вот и знаю. Он такой разноцветный, пышный и шуршит. Шуршит? Ой, а чего это со Снежанной? Секрет раскрывать не хочет. Вот и правильно. Секреты нужно хранить в секрете. А у нас готовое угощение. Прошу к столу. Снежана, а я тебя везде ищу. Мяу. Бегались мы с тобой. Даже аппетит разыгрался. Пойдем перекусим. Ой. Хоп. Снежан, чего ты? Я же при Мусе о секрете проболталась. А обещала Анжеле, что никому не скажу. Даже рот на замок закрыла. Вообще-то, Муся... Вот-вот, теперь точно захочет, чтобы я ей секрет до конца рассказала. Эклеры. Ой! А! Вот это Фуф. Попить? Ой-ой-ой. А теперь потанцуем. Снежана, приглашаю. Ой-ой, а я этот танец уже пообещала по... Куда? Так, лепесточки есть, есть ленточки. Ой, папуля! И то правда. Сейчас что-нибудь приспособим. Ой, сюрприз! Красота какая! Снежанна, это и есть то, о чем ты говорила? Шуршащие. Как? Ты рассказала про мой сюрприз? Нет-нет, Анжела, я просто сказала, как он у тебя разноцветный, замечательный. И так боялась вырыть секрет, что все испортила. Анжелочка, ты прости меня, пожалуйста. Теперь ты, наверное, 300 лет со мной разговаривать не будешь. Нет, 300 лет – это слишком много. А сестра у меня одна. Жаль только, что сюрприз не получился. Придется ждать следующего года. А может, и не придется. А теперь сюрприз для именинницы. С днем рождения, Муся! Спасибо большое! Настоящее волшебство! Как вы это сделали? А это наш маленький секрет. А если кто захочет, мы с сестренкой научим. Только... Взрослая команда! А? Что это тут такое? Лево, право, середина! Набор в Керлинг команду! Удар! А? Керлинг? Гол! Я хочу в Керлинг команду! Куда записываться? А что это такое? Клининг. Кёрлинг.
такой? Сейчас покажу. Тетя овца, можно вашу щетку? Вот. Там есть камень. Еще вот щетка. Еще дом. Цель, в которую камень должен попасть. Ой. Понятно? Понятно. Толкаешь камень, а щеткой трешь лед, чтобы камень доехал до дома. Откуда ты все это знаешь? Да так, листал один спортивный журнальчик. Спасибо. Какой счет, хоккеисты? Мы больше не хоккеисты. Теперь мы клинингисты, кёрлингисты. Ты тоже хочешь записаться? Ага, люблю игры на льду. Здравствуйте, мы по объявлению. Здравствуйте, а мы срочно ищем игрока. У нас завтра соревнования. Я как раз завтра свободна. Ой! А, разминка. Давай, Зоу. А? Ой! Ботинки скользкие. Точно в цель. Теперь я. Извини, маленьких мы не берем, а ты в команде. Да! Только правила к завтрашней игре все-таки подучи. Пожалуйста. Так, шайба, щетки. Да и что тут читать-то? И так все понятно. Зой, ты играешь не по правилам. У меня своя система. Не получается? Так и скажи. Так-то, клинингистка. А чего ты злишься? Я не виновата, что меня взяли в команду. Только потому, что ты старше. Могла бы и не записываться. Разыграть не умеешь. Сегодня на льду команда «Рога и копыта» против команды «Пушистиков». Кому же достанется золотой кубок? «Рога, копыта и носы, мы впереди, мы впереди!» Не самое удачное начало для команды «Рога и копыта». А вот у пушистиков все хорошо. Очко в их пользу. Ой. Толкни и отпусти. Ой. Шансов на победу для команды «Рога и копыта» становится все меньше. Что-то у нас ничего не выходит. Ой, не надо было участвовать в соревнованиях. Ну как так-то, а? О! О, кажется, в команде «Рога и копыта» замена. На лед вместо Зобы ходит ее младший брат Ко. Давай! Какой матч! Побеждают «Рога и копыта»! Ура! Бо, зря мы тебя сразу в команду не взяли. Но теперь ты с нами! Тренировки каждый день по 3 часа! Ждем тебя завтра! Уже завтра?
А мы во дворе снежную крепость строить собирались. Потом к Мусе в гости. Может, я к вам в следующем году приду, когда подрасту. Хорошо, у нас целый год, чтобы потренироваться как следует. Лиска уезжает. Как же я люблю эти неспешные воскресные завтраки. Мам, пап, спасибо, мы побежали. Как, уже? Нам к Лиске пора. Что-то вы все дни напролет у Лиски пропадаете. Сначала мы водостопы конструировали, потом радиошляпу делали. А сегодня супермузыка штуковину собирать будем. Это музыкальный инструмент такой. Пока. Хорошей прогулки. Лиска, мы пришли! Давай штуковину собирать, супермузыкальную. Лиска, а ты чего такая грустная? Изобретать не хочешь? Очень хочу, но я сегодня вечером уезжаю в гости на целую неделю. А как же музыка штуковина? Сама не знаю, но маму не уговорить, что я только не пробовала. Но мы без тебя не справимся. И очень по тебе соскучимся. Без паники, никакого отъезда не будет. Да! Что-нибудь придумаем. Мам, а ты почту давно проверяла? Может, письмо какое пришло? О, и правда письмо. Ну-ка, что там? Все поезда отменяются. А! Хорошо, что мы на автобусе ехать собрались. О! Готово. Давай, давай. Так его точно никто не найдет. Нет чемодана, нет поездки. Мам, а когда будем вещи собирать? Да уже пора. Лиска, ты чемодан нигде не видела? Только что здесь стоял. Ой, потерялся чемодан. Значит, мы теперь никуда не поедем. А, ничего, у нас рюкзак есть. Лиска, тебе надо заболеть. Не успею. Да не по-настоящему, понарошку. Притвориться тебе надо. Да. Мам, не получится у нас поехать. Я заболела. А что болит? Голова? Голова. И живот? И живот. И даже хвост. Очень болит. И хобот болит. И хобот. Ой. О, и чемодан, я смотрю, нашелся. Мам, прости, что я тебя обманула. И за чемодан прости, и за поезда. Я просто совсем-совсем уезжать не хочу. Я с друзьями хочу остаться. Ну, мы же ненадолго. Скоро вы снова встретитесь. В гостях тебе понравится. Твой двоюродный брат столько игр знает. Ну что, получилось? Ты остаешься? Уезжаю. Держите, это чертеж музыка штуковины. Собирайте ее без меня. Как это без тебя? Без тебя ничего не выйдет. Пора. Ну пока. До встречи. Мы будем скучать. Возвращайся скорее. На небе звезды и луна, а ты вздыхаешь у окна. А ты тоскуешь, почему? А ты горюешь, почему? Если уехал друг, грустно, пусто вокруг. Порою друзья прощаются, уезжая в далекую даль, но возвращаются, возвращаются, прогнав навсегда. И тоску, и печаль.
Мы и не заметили, как время пролетело. И я, представляете, мой двоюродный брат тоже изобретатель. Столько разных идей рассказал. Нам с вами на все лето хватит. Ух ты! Здорово! А у вас отличная штуковина получилась. Я же говорила, вы справитесь. Ой, не работает. Кажется, тут кое-чего не хватает. Брат подарил. А вот теперь точно готово. Музыка. А без этой детали штуковина бы не заработала. Значит, не зря ты уезжала. Как же хорошо, что ты вернулась. Красный карандаш. Какой-то у нас тут непорядок. Но тогда порядок не будет идеальным. Я быстренько нарисую и сразу верну. Ладно, Бо, бери. Эту справа. Так, эту слева. А эту куда? Так. Мум, то есть мам, вот. А в эту рамку мы вставим рисунок Бо. Здорово получилось. Пригодился мой карандаш. Бо, кстати, давай его сюда. Положу в коробку для идеального порядка. Ой, а я его Макару одолжил. Ему было очень нужно. Макар обещал карандаш сразу вернуть, когда братик уснет. Как думаешь, может, он уже уснул? Надо проверить. Мам, мы к Макару сбегаем. Конечно, только не опаздывайте. У папы дебют овощное рагу. Макар! Ой, привет! Привет, Зо! Спасибо тебе за карандаш! Да не за что! Я могу его забрать? А что, Коля не принес? Коля? Ну вот! Что карандаш тебе сразу вернет, как только фокус отрепетирует. Понятно. Навестим Колю. Ага, пойдем быстрее. Ой-ой, привет, Коля! Привет, а я к вам бежал. Он сейчас карандаш из цилиндра достанет. Фокус-покус. О, спасибо, Коля. А карандаш-то где? Коль, а он у деда Харитона. Временно. Да что ж такое? Thank you.
Мишке надо было список циркового реквизита закончить, и он карандаш попросил. На минутку. Я думаю, минутка уже прошла. Ой, фокус, фокус. А вот и я. Очень таинственно. Деда, а карандаш-то где? Карандаш? Он тоже исчез. Так. Таинственно? Что? Опять? А, так я его папе быку передал. Он как раз мимо проходил. Папа, это же... Свёкла-цилиндр. Вас дедулей прислали из дальней поездки. А мой красный карандаш? Он на столе. У тебя в комнате. Это он? Мой карандаш? Прости, Зо. Я не знал, что он всем понадобится. Ладно. Зато скольким друзьям он помог. И еще поможет. Зо, можно? Мой чудесный карандаш? Нет, тебя и Бо. Рагу готово, идемте обедать. Пора за стол. Ура! Овощное рагу! И идеальный порядок. Непростая работа. Ой, хорошо, папин помощник. Сёма, ты погляди, как красиво. Красота-то какая! С самого утра трудитесь, Семён Семёныч. Да, метём помаленьку. С таким помощником быстро управитесь, Сёмочка. Какой ты молодец! Ах, пойду присяду. Ой, спасибо, как хорошо. Да какие же это новости? Это старости? Внимание, экипаж! Начинаем снижение! Высокая турбулента. Турбо что? Входим в плотные слои атмосферы. Вы чего? Зачем? Идите, ураган. Держись, будет легкий бам. О, привет, Сёма. Зо, а на какой мы планете? На Венере. Тут одна пустыня. Каменистая. Да пожалуйста. Ха, о как. Ну что, проверим, можно ли жить на Венере. Сила притяжения минимальная. Температура воздуха? Жарко. Очень. Хорошо. Планета пригодна для жизни. Похоже, в космосе дворников не хватает. Ух, воды тут не хватает. Одна пыль. Летим на Марс. А на Марсе так же пыльно. Ой. Экипаж, готовим новое оборудование. Работы не каждый справится. Вон сколько сделали. И столько же насорили.
Ой-ой. Спокойно, сейчас уберем. Это же проще простого. Ха. Превращаемся из суперизобретателей в космических дворников. Можно? Ну, попробуй. Вау-вау. Ой, включаю режим скоростной уборки. Так. О. А мне можно? Можно, только осторожно. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Вот здесь держи, тогда и убежит. Вот это я понимаю. Молодцы. Эх, красота-то какая. И двор чистотой сияет. Вы, Семен Семенович, просто волшебник. Нам так с вами повезло. А, это мне повезло. С помощниками. Весь космический мусор убрали. Фух. С нами в космосе порядок. И на Земле. Не знал, что вы космонавтами хотите стать. Хотя с такой стартовой площадки и я бы полетел. Нет, мы еще точно не решили. Так хочется все-все попробовать. А я точно решил. Стану космическим экологом. Кем-кем? Ну, экологи за чистотой природы следят, а я буду с космическим мусором бороться. Сёма, ты со мной?